Ритуалы на Пасху на крашеные яйца. Ритуал днем делаем, когда красим яйца. Часть яиц ставим на алтарь, добавляем любой фимиам, говорим заклятие. После свою просьбу или желание в деталях, все исполнится. Яйца стоят сутки, после можно отнести на кладбище или на перекресток. Самое сильное в день Пасхи. Первый вариант на смену судьбы к Тенгри. Возьмите ярко окрашенные яйца, украсьте их перьями или лепестками, самое лучшее в Пасху при ярком солнце. Скажите 3 раза. Тенгри, повелитель голубого небосклона, тебе на Пасху дар принес. Вот яйца яркие мои, вот перья для тебя, перо играет, как в твоих руках, мое перо ты в дар прими и в пальцы перо возьми. Перо мне начерти судьбу иную в таких же ярких красках и тонах, невиданных в былые времена. Пусть будет жизнь цветной, а тусклый цвет исчезнет из судьбы навек. Тебя просил и заклинал. Ну, смотрите, у меня тарелка как раз поместилась. Тарелка тоже очень красивая. Ее мало видно, прозрачная, розовая. На алтаре яйца. Желтые, голубые, фиолетовые, очень яркие яйца. В этот раз мы красили только оранжевые, голубые, и между двух крокусов, скажем, двух. Как раз они выросли на алтаре, получилось вместить. И они будут стоять, потом мы через 2 суток отнесем куда-нибудь на кладбище, если птицы не украдут заранее. Когда вы читаете заклятие, лучше откройте окно. Перья должны вот шевелиться, привлекать их внимание. Но совсем маленькие могут улететь, так что вот это имейте в виду. Перо привлекает очень их внимание всячески. Вот это надо иметь в виду. Ритуал самое сильное, конечно, в саму Пасху, но сработает и в любое время. И можете просить, чего хотите поменять. Можете предоставить на его волю. Скорее всего, он все равно выберет то, что считает нужным он, а не мы. И смена судьбы не бывает мгновенная. Конечно же, это надо помнить. Никогда не бывает. Тенгри, повелитель голубого небосклона, тебе на Пасху дар принес. Вот яйца яркие мои, вот перья для тебя, перо играет, как в твоих руках, мое перо ты в дар прими и в пальцы перо возьми. Перо мне начерти судьбу иную в таких же ярких красках и тонах, невиданных в былые времена. Пусть будет жизнь цветной, а тусклый цвет исчезнет из судьбы навек. Тебя просил и заклинал. Тенгри, повелитель голубого небосклона, тебе на Пасху дар принес. Вот яйца яркие мои, вот перья для тебя, перо играет, как в твоих руках, мое перо ты в дар прими
и в пальце перо возьми. Перо мне начерти судьбу иную в таких же ярких красках и тонах, невиданных в былые времена. Пусть будет жизнь цветной, а тусклый цвет исчезнет из судьбы навек. Тебя просил и заклинал.